Восстановить центральный офис после пожара и погрома пытаются в партии регионов. Напомню, накануне несколько десятков протестующих забросали камнями и бутылками с коктейлем Молотова здание в Киеве по улице Липской. На 20 минут им удалось захватить первый этаж. Несколько сотрудников офиса пострадали, один погиб. В офисе партии регионов на улице Липской со вчерашнего дня нет электричества, поэтому ремонтные работы ведут в потемках. Хотя пока это скорее похоже на уборку. Работники офиса собирают уцелевшие документы и выносят остатки мебели. Захватчики пробыли в здании не более получаса, и вот результат. Это первый этаж. Он пострадал больше всего. Существенный ущерб нанесен помещениям на втором и на третьем этажах. До четвертого и пятого пикетчики не добрались. К примеру, это помещение пострадало до неузнаваемости. Лишь от сотрудников офиса мы узнали, что здесь была серверная. Подсчитывать убытки в офисе партии регионов пока не берутся. Говорят, на это уйдет несколько дней. Та и материальная сторона не так уж важна, ведь есть человеческие жертвы. Все мы поважна людина. Інженер, який займався відеоспостереженням, він загинув, на жаль. Це мирна демонстрація. Мирна демонстрація, яка проводиться нашими майданівцями. Дмитрий Казанцев, Володимир Дєдов, подробності телеканал «Інтер».